Я являюсь с 2006 года предпринимателем Ханглазского Улуса. И вот в городе Покровске ведем производство. Вообще деятельность у нас разнообразная, как и в производстве, так и в торговле. И вот решили себя попробовать еще и в строительстве. Вот, ну так как тут была в центре города Покровска земля, в том году осенью мы решили завести строительство трехэтажного, двухподъездного жилого дома. Вот проект, который делал ООО «Титир», двухподъездный, три этажа, однокомнатные, двух- и трехкомнатные квартиры. Вообще проект на самом деле очень был рисковый, так как все дело завертелось и начался, как говорится, кризис. Но мы не побоялись, и благодаря вот государственной поддержке, которую оказали банкам государства, сейчас введены ипотечные кредитования до 11,5-11,9%, что повлияло нам на реализацию данного проекта. Сколько квартир будет в этом доме? 28 квартир. Повторюсь, еще одна, двух- и трехкомнатные квартиры. На сегодня порядка 50% заинтересованных людей есть. Ориентировочно где-то 8 квартир уже внесли деньги. Поэтому благодаря вот вкладчиков, благодаря тому, что я местный, скорее всего, поверили мне люди. И вот внесли деньги, и на данном этапе сейчас строительство уже идет. Строительством занимается ООО «СТК». План введения, возведения дома и сдача готового дома в третьем-четвертом квартале 2016 года. Хочется поблагодарить свою супругу, то, что она у меня очень хорошие тылы, как говорится, и поддерживает меня во всем, во всех начинаниях. Ну и, конечно, близкие люди, которые тоже стоят рядом плечом к плечу. И все вместе идем к одной цели. В прошлый год мы получили хорошую поддержку от администрации Улуса в виде субсидий на приобретение нового оборудования. Мы установили на хлебзаводе резку хлеба. И администрация Улуса нам компенсировала часть затрат. Что я хотел бы сказать, что это была большая поддержка. Также администрация поселка Максоголох во главе Михеев Александр Павлович тоже оказали очень хорошую, ощутимую поддержку, тоже субсидирование. Ну, поэтому хочется сказать, что администрация сейчас к нам тоже повернулась и тоже старается, пытается как-то помочь в реализации наших проектов.